Привет, друзья! Я рад приветствовать вас в нашей студии. Как вы видите, мы опять все снимаем на зеленом фоне, потом традиционно подставляем красивый пейзаж, и вы получаете картинку на канале «Капитан Герман». Многие задают вопрос, сколько стоит жизнь на лодке. Я уже когда-то отвечал на этот вопрос. Говорил о том, что это достаточно сложная и комплексная задача, но я сейчас попытаюсь приоткрыть немного завесу тайны. Жизнь, я уже говорил, стоит очень по-разному в зависимости от региона, и я попытаюсь вам показать один день на лодке, один день обычной нашей жизни, сколько стоит купить еды, поехать в город. Итак, первая задача, с которой мы сегодня столкнулись, у нас закончилась вода. Есть два варианта. Первый вариант — это взять канистры и поехать в бот-ярд и заправить воду. Это бесплатный вариант, совершенно ничего не стоит. Есть другой вариант, когда есть чем заняться постоянно, и мы на это не можем тратить свое время. Поэтому мы просим местный стаф нам помочь. Можно это сделать тоже бесплатно, но можно дать небольшие чаевые. И тогда получится, когда это будет нужно, они будут стараться и делать это быстро. Вот заправка воды нам обойдется, наверное, 200 шиллингов, может быть 300, это 2-3 доллара. Это обычно та сумма, которую я даю, когда это в принципе можно не делать. Так, 450 литров воды по 20-25 литров, но это немножко занимает времени. А сейчас мы идем в город за покупками, и я расскажу, что и сколько стоит здесь в Кении. Зашли пообедать в Apache Indian ресторан. Почему-то этот ресторан связан с индейцами Apache в Кении, я не знаю. Ну, мы будем сейчас рассказывать о другом. Вот у нас есть вот такая прикольная курица. И это обычная традиционная кенийская еда. Кукучома – это жареная курица, бобы, жареная картошка и какой-то белый соус. В общем, и две воды. Все это я сейчас скажу, сколько получилось. За вот это все 280 шиллингов, это 2 доллара 80 центов. И еще 350 за кукучому. Итого у нас получается 630, а это 6,5 долларов вот за такую вот еду. И этот ресторан здесь считается достаточно неплохим. А про продукты продолжим. Мы были в Таскисе, мы купили продуктов. Продукты у нас получились на 53 доллара. Это с учетом того, что мы купили еще бытовую химию. И сейчас мы придем на лодку, это все разберем и покажем, собственно, что это получилось. Вот мы приехали из супермаркета, и я вам показываю то, что же мы все-таки накупили. Я напоминаю, что в супермаркете мы скупились на 53 доллара. Это у нас вот эта часть, то есть это большая бутылка воды, отбеливатель, перчатки, различная химия, всякие средства против мошек, средства для уборки лодки. Ну, на самом деле, просто как обычные средства для уборки кухни. Потом молокопродукты, это такой кефир здесь, очень, кстати, прикольный. Ну, вы видите, там хлеб и всякие мелочи. Далее мы купили на 20 долларов фруктов и овощей. Нет, только овощей, фруктов нет. Шпинат, огурцы, помидоры, что это? Цукини, петрушка, лимоны. Ну, короче, вот вы видите, чеснок, вот... Вот это вот все было куплено порядка 20 долларов. И туда же вошли 20 органических яиц. Вот, то есть это куры, которые бегали, их никто ни кормом не кормил. Они жрали все, что они нашли. Яйца почему-то маленькие. Вот я сейчас покажу, насколько они маленькие. Вот они. Вот. То есть это такое впечатление, как будто это мыши. Вот. Надо было почти покупать перепелки. Почти перепелки. Нужно было покупать обычные нормальные яйца. Ну вот, собственно, такой у нас шопинг. Вот считайте, 70 долларов было закуплено продуктов, плюс
такси, которое нам обошлось в $1, это 100 шиллингов, мы привезли этот весь товар из супермаркета к нам на лодку, и еще 50 шиллингов, это мы просто разъезжали между магазинами, чтобы это, там, какую-то часть с базара вручную не таскать. Вот, считайте, такие... Шоколадки дорогие. Да, шоколадки еще, мы забыли. Шоколадки дорогие, они здесь почти по доллару стоят. Какой почти по доллару? $2 почти одна шоколадка стоит. $2? Вот это стоит 170. Ого, да? Ничего себе, это мы такие жрем все время? Да, это мы такие жрем. Все, больше не будем. Дина, расскажи, что ты купила и где ты была? Я была на пляже, по дороге заехала в магазин. И еще тут меня поймала местная бабуля и напарила мне фруктов. Слегка, но так бывает, они нас тут все знают. Нет, и у них грех не купить. Короче, манго. 30 местных денег за штуку. Сереже, наверное, не понравится, он любит за 25 покупать, но вот 30. Авокадо. Один на сегодня, один на завтра. Тоже по 30 местных денег, это 30 центов. Дальше пивас. Пивас самое дорогое. Whitecap, Сережин любимый. Холодный, из холодильника. Стоит где-то порядка 170. Но если вернешь бутылку, то будет 150. У них тут ресайкл. Еще купила у своих друзей на пляже сувенирные вазочки из очень классного дерева, выточенные, офигенного качества. Один называется Rose Tree, второй не помню. Вот это пахнет как можжевельник, очень вкусно. Ах, класс. Почему? Они по 700. 700 это $7 за штуку. Сережа говорит, дорого, но мне очень нравится тут столько работы и цельное дерево. А еще я была сегодня на пляже, куда я постоянно езжу собирать ракушки и гулять. Особенно классно в невыходные дни, когда никого нету. В общем, у меня есть тут свой водитель, которому я всегда звоню, и он меня всегда везде возит. Цена на пляж $1, обратно $1, в магазин $0.50. Ну и в таких форматах, то есть это приватный водитель, которому ты звонишь в любое время суток, любой день недели, он приезжает куда надо и везет куда надо. Как вы видите, у нас сейчас вот такой офис, у нас, у меня, закат и ужин в кафе, ну а это, собственно, и будет то, о чем я хотел рассказать. Крабовый салат, он стоит здесь совершенно в те же деньги, как и обычно любая еда, так как мы находимся в Кении, мухи здесь наши спутники. Вот такой салат будет стоить $10. И пиво Whitecap, бутылка стоит $2.50. Друзья, как вы видите, цены здесь ничем не отличаются от обычных городских, и жизнь на лодке совершенно не отличается от тех условий, в которых вы привыкли находиться. Единственное отличие, то что вы находитесь на воде, то что вам нужно добираться на берег, это может быть дополнительные какие-то затраты, потому что вы пользуетесь топливом для того, чтобы подъехать, куда-то уехать, но не в этом дело. То есть вы можете ориентироваться на то, что ваши привычки жить, ваши привычки питаться, они будут и формировать для вас в основном ваш ценник нахождения на лодке. Ну, естественно, лодка тоже будет что-то потреблять, но оно на общем фоне уже не настолько играет большую роль. Поэтому подписывайтесь на наш канал, мы будем рады вас видеть в следующий раз, и мы продолжаем снимать. Удачи!